Центр чистой воды открыли в Киевском политехническом институте. Лаборатория должна способствовать обеспечению жителей Украины чистой водой. Это особенно актуально в условиях, когда более половины украинцев получают непригодную для употребления воду. Вся эта система, скажем так, которая основана на базе мембранной технологии обратного осмоса, она позволяет чистить все. Она может чистить шахтную воду, она может опреснять воду. Центр оснащен самым современным оборудованием передовых мировых компаний в сфере водоочищения. Вода попадает в емкости с очищенной водой, с чистой водой. Там водичка озонируется. Для чего это делается? Это технология, которая заменила на данный момент хлорирование. Параллельно с исследованием существующих технологий по очистке воды в центре будут разрабатываться новые. Специалисты будут проводить здесь научно-исследовательскую работу, а студенты проходить практику. Необходимо, чтобы студенты знакомились с этой технологией. Нужно обеспечивать обучение и лабораторные работы на этой технологии. Эта лаборатория также будет и для ученых, которые разрабатывают все новые и новые подходы и должны иметь оборудование для экспериментов. Основатели центра надеются, что благодаря разработкам на базе этой лаборатории уже скоро украинцы смогут пить чистую воду прямо из-под крана. NTD, Киев, Украина.